Да прошло все, по-моему, офигительно. Самое реально теплое мероприятие за лето. За... не за лето, за зи... за... как это назвать? За год. Потрясающее впечатление, просто непередаваемое. Я впервые сегодня побывал на подобном мероприятии. Было круто, весело, холодно, тепло, жарко, горячо. Короче, атмосфера пушка-бомба. One love, subspot. И про свою курочку пару слов. Я даже не знаю, откуда она. Впечатление прекрасное, погода. Можно сказать, что нас пожалело. Несмотря на ветер, не было осадков. Мне очень понравилось. Это атмосфера, как люди радуются, выбегают. Зимний сад, боже мой, до такого только в Петербурге могли додуматься. Это безумно круто. Просто расширяет границы сознания людей об активном виде спорта, как сапсерфинг. Мне очень понравилась позитивная атмосфера. Сразу чувствуется, что ребята все знакомые, что команда сплоченная, что все друг друга понимают. Вот, понравилось то, что на улице дубак, но в то же время у нас есть баня, и можно сходить погреться, и ребята даже купались, бегали тут голышом.